Добрый день, снова с вами Дмитрий Митрофанов. На этот раз хочу представить вам такую композицию 90 на метр 20. Заказали у меня ее для кафе. Вернее, даже не для кафе, а для бара пивного. Вот. Попросили сделать что-то с шестеренками, значит, с колесом от машинки швейной. Ну, а больше, в принципе, ничего не сказали. Главное, чтобы была композиция. Ну так, набросали там кран, трубы и прочее. Ну, я сделал сначала из профиля квадратного раму. Вставил два таких вот прямоугольника. Как бы разделил на части, да. Ну и дальше стал добавлять различные элементы. Что у нас здесь? Все, что можно у нас здесь. И автомобильные запчасти, и механика. Немножко электрики, цепи. Ну, давайте пойдем, значит, снизу. Что у нас тут? Колесики. Как бы, чтобы эту композицию можно было перекатывать по земле, по поверхности, потому что она тяжелая вышла. Что тут? Вот в этой четверти, значит, у нас винчестер. Когда будем устанавливать, эту крышку снимем, и будут видны эти блестящие диски. Какая-то клавиатура с какой-то древней машины советской. Вентилятор компьютерный с решеткой. Сзади ржавый экран от батареи отопления. Такие были у меня листы вот с такой просечкой. Взял, отрезал часть, приварил. Так, что вот в этой четверти нижней? Здесь у нас колесо от швейной машинки. Ну, а дингера, конечно, не нашлось. А нашлось от машинки Подольск. Вот так у нас крутится оно. Иногда немножко застревает. Так, что еще? Тут сердцевина, середина от генератора автомобильного. То ли с классики, то ли с москвича, уже не помню. Может, от дела. В ней вставлена шестеренка, различные трубочки, сидений. Здесь цепь ГРМ. Она тоже крутится на шестеренках. Шестерни с какой-то иномарки, даже не знаю, с какой, на приемке купил. Что тут еще? Тарелки москвичевские. Вот в этой четверти у нас краны, манометры. Были у меня манометры. Три штучки таких небольших. У них резьба М10 на 1, и под них очень удачно подобрались гайки москвичевские шатунов. Гайки приварил, манометры вставил, ободрал их слегка. Так вот, даже болгаркой затер экраны. Сами. Ну, тут пластик затерся. Вот, чтобы казалось, что они такие старые, потертые. Корпуса тоже болгаркой затер щетками. Добавил всякие краники. Что тут у нас? Тут у нас трамблер москвича вставлен в шатун от Волги ГАЗ-24. Ну, это как бы вот так цепочкой сюда идет переход. Автомобильный сигнал, шестеренки, диск сцепления, гибкая подводка, опять же шатунные крышки. Здесь, значит, рейка с форсунками от Матиза. Там были 4, я одну отрезал, чтобы вписалось. Вот 3 штуки вписалось. Тут добавил кран. Вот эта часть, вот эти вот трубки, это от сиденья Москвич 2141. К ней приварил футерку и в нее вставил кран. Здесь добавил трансформатор какой-то советский на 220 вольт. Ну и везде я набросал так
шестеренок небольших, тоже ли москвичевских и сономарок, краников всяких, чтобы было гармонично, но не пошло, потому что слишком много, если напичкаешь, будет совсем уже как-то пошловато выглядеть. Ну и сюда же добавил, значит, плафон. Когда будем устанавливать лампу, заменим на эдисоновскую. Старый плафон крепится на трубке маслонасоса. С поддона трубка с какой-то иномарки тоже. Вот так подошла. А с самого плафона, вернее, как бы решетки не было. Решетку сделал не хуже заводской. Были у меня заводские, тоже коряво-косо сделаны. Значит, взял просто проволоку вокруг баллона углекислотного небольшого, там 5-литрового, по-моему, от огнетушителя. Согнул две вертикальных, значит, две горизонтальных. Согнул, приварил. Это вот часть, которая прикручивается к плафону. Это часть крышки бензонасоса от какой-то Kia. Погружной насос с инжекторным автомобиля, с инжекторного. Вот отрезал, приварил части проволоки, получился такой плафон. Здесь на гайках закрытых все это откручивается, плафон снимается, лампа ставится, все ставится назад. Сверху для крепления к стенке приварил части вот такой цепи, чтобы она, чтобы крепление было гибкое, цепь немножко отыграет от стены, все неровности уберутся. Это опять же на водопроводных гайках. Ну и добавил всяких декоративных элементов. Цепочки, решеточки. Это часть от машинки, насколько я помню. Здоровая такая печатная машинка, ГДРовская, формата А3 была. Вот с нее линейки. Вот эта решетка, по-моему, вентиляция была. На старой квартире у меня была на паркетном полу вентиляция. Вот открутил эту решетку, так она лежала много лет, тут пригодилась. Пика, часть элемента холодной ковки. Просто тоже нашел в металлоломе. Ну, так вот она сюда встала. Очень удачно. Даже видна надпись, сделана в СССР. Всю композицию сначала прошелся слегка патиной медной. Просто медной. Медная краска в баллончике, медно-молотковая. Ну, такой вот немножко вид ржавый, да? То, что, в принципе, и нужно было. Ну, и потом все это покрыл лаком, чтобы не ржавело. Хотя сказали, что будет висеть на улице, и даже если подржавеет, будет, наоборот, даже интереснее. Сзади вдоль рамы провел трубочки. Трубочки от сидений, по-моему, не знаю. Взял то ли от подголовника сидений. Вот так вот вдоль рамы провел. Здесь вот эти трубочки выходят. В них продел шнур. Это будет подключаться. Будет гореть лампа сверху, как фонарь. Вот такая у нас вышла композиция. Завтра установка. Надеюсь, понравится проходящим людям. Ну а самому заказчику уже понравился. Он уже пищит от радости. Ждет установки. С вами была мастерская Дмитрия Митрофанова. Если понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал. И всем удачи!